Sergeant does the best he can. You're in the army now. В порядке, все нормально, праздник, все счастливы, все домой, конечно, все отлично. Очень хорошо, мне нравится. Позитивный коллектив, начальники очень добрые, хорошие. Все по-человечески. Домой собираюсь. Все хорошо. К чему сложно привыкнуть, пока в армии? Вставать рано. К режиму дня. Вставать рано, рано ложиться. Пока это непривычно. Да я уже к всему привык. Все уже хорошо. А чего вам не хватает в армии вот пока? Сладость. Так всего хватает. Здесь, в принципе, и кормят хорошо, и все нормально, всего хватает. Не знаю, родных не хватает. Вот девушка приехала к парню. Расскажите, сегодня такой знаменательный день. Какие чувства у вас? Тяжело. Мы очень рады, что вот смогли к нему приехать. А вы откуда? Из Витебска. Гордитесь своим парнем? Очень. Вы считаете, вообще служба в армии нужна? Каждому свое, как говорится, но я считаю, что да. Воспитывается характер, волевые усилия, разные условия там, где ты находишься, и все это в жизни пригождается. То есть, во-первых, это воспитывается свой личный характер. Я, когда его увидела, только я очень гордилась. Он такой, достойный, но как-то дома не так. Не такие вот молодые люди, а здесь настолько вот так, дисциплинированные, достойные. Форма, да, делает настолько солидными, мужественными.